Ребята, всем доброго дня. В этом обзоре хочу поговорить про еще одну интересную криптоплатформу под названием Nexon NFT. Итак, что же это такое? Давайте будем разбираться. Хочу прежде всего отметить, что данный проект, собственно говоря, он сделан на BSC. Вот, и, соответственно, ICO у них скоро состоится. И давайте разберемся, в принципе, в деталях данного проекта. Что это такое? Как из себя представляет данная платформа? Так вот, Nexus NFT — это, соответственно, первая платформа с созданием NFT, как нетрудно догадаться, да, то есть вы можете их делать. И также это мультикросс-чейн-платформа, что, конечно же, тоже является большим преимуществом, то есть таких проектов сейчас, по сути, единицы в мире, но вот Nexus NFT — один из них. Итак, давайте разберем составляющие данного проекта. У них есть Marketplace, также Nexon Games, Nexon Staking, Nexon Pay, Nexon Bridge. Вот, то есть Bridge — это, собственно говоря, мост между BSC, Avalanche Polygon и Nexon Landing. Ну вот давайте для примера покажу вам информацию про Bridge, да, то есть про мост по-русски. Вот, то есть, собственно говоря, здесь мы видим, что есть обмен Nexon между BSC и Avalanche и обмен Nexon между BSC и Polygon, что, конечно же, тоже очень удобно. Ну, здесь мы можем запустить данный мост, тоже это, конечно же, круто. Далее, что хочу еще отметить, что они, конечно же, сделали свою дорожную карту. Вот, тут есть несколько этапов, если мы посмотрим с вами, вот, но, опять же, такие постепенные этапы осуществляются, то есть сейчас мы находимся на этапе ICO, ну и далее, соответственно, будет запуск маркетплейса для BSC, Ethereum и Avalanche. Далее партнеры данного проекта, тоже можете с ними ознакомиться. Ну и видеоролики тоже полезные, конечно же, рекомендую для ознакомления. А также, конечно же, советую изучить их документацию, а именно white paper. Давайте white paper разберем. То есть здесь 27 страниц, есть оглавление, вы можете перейти на какую-то интересующую вас страницу, прочитать более подробно про то, что вас интересует. Ну, допустим, детали токенов, да, разберем. Сейчас перейду туда и посмотрим с вами. Так вот, информация про токен, тоже, я думаю, что это важно. То есть видим, что имя Nexon, это дефляционный токен. Вот всего у них 5 миллиардов монет. Вот, ну и, соответственно, тоже видим распределение монет вот здесь на картинке. Но тоже представлено, советую с ним ознакомиться. Да, ну и далее команда данного проекта тоже здесь разбирается. Ну что ж, в принципе, это все основные данные, которые хотел сказать про проект Nexon NFT. Также, конечно же, я советую вам и обратиться к данному проекту напрямую, если вас интересует. Для примера, хочу показать их Twitter-аккаунт, то есть можно с ними связаться в Твиттере, также, в принципе, читать последние новости про площадку, которые здесь представлены в данной социальной сети. Вот, так что, конечно же, не забывайте про такую возможность тоже. Ну что ж, на этом буду завершать данный обзор. Спасибо всем за просмотр и до встречи.